подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы. Станции. Удар был нанесен в непосредственной близости, то есть просто в нескольких десятках метров от критически важных для безопасности АЭС сооружений, хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора. Это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы.